Йоу-йоу-йоу, это канал Good Idea. Всем привет, с вами Александр Кепшин и Сергей Дученко. Вот сейчас едем на семинар EcoSoft для того, чтобы поснимать, пообщаться с организаторами, подготовить для вас материал на тему систем фильтрации и всего, что с этим связано, поэтому не переключайтесь. Вот так вот выглядит главный офис EcoSoft. Красивая вывеска, все цивильно. Более детально о происхождении вообще самой фирмы, что она из себя представляет и почему мы сюда добрались, объясним чуть позже, наверное, даже после нашей небольшой экскурсии. Пока будем смотреть, что же там интересного, что нам покажут, расскажут и как вообще все это происходит непосредственно здесь, в обители под названием EcoSoft. Вот как-то так. Так вот все выглядит у нас изнутри. Пум-пум-пум-пум. Дизайн. Делаем ремонт, делаем комплектацию, делаем гардеробку и делаем декорирование. То есть полностью все. Грубо говоря, начиная от стяжки, заканчивая... Начиная от идеи того, чтобы уже предскажили и что именно сделать, заканчивая тем, что организуем приезд в готовую квартиру. У вас свои дизайнеры? Свои дизайнеры, свои сотрудники, все, то есть все внутри кухни нашей. Что у нас, какая боль у нас, это первое, что много загородных квартир, которые дома стоят на скважинах. Система очистки для квартир, которые стоят на скважинах, интересуют кабинеты в основном. Кабинеты мелкогабаритные. Второе, что интересует, это для квартиры, это ПВТ-шные эти фильтры, самопромывные. И третье, это осмос. Это то, что боль конкретно наша, то есть то, с чем мы сталкиваемся. Да, в детстве были лампы с воском, да, которые плавают. Да. Сейчас можно ставить прозрачные колбы и смотреть. Я не с прозрачными не боюсь. Она дыбы не держит. Это демонстрация представления. Значит, просто нужно делать... Видео в эпицентр, что я должен прозрачные колбы для демонстрации. Но без давления, что же. Там та же самая, собственно. Там тоже насос. Маленький насос. Маленький насос циркуляционный, который воду просто гоняет с этого бака. Вот таким вот образом выглядит система очистки воды для квартиры. Это интересная и довольно-таки габаритная страшная установка. Является системой фильтрации. Эти колбы, которые мы ставим и предлагаем всем, имеют название ББ-10. Более детально об этом все можно будет услышать в одном из следующих видео, когда специалист фирмы EcoSoft сделает более развернутую лекцию на тему того, как все это функционирует и работает. Пока расскажу и объясню вкратце. Вот эта штука называется кабинетом очистки воды. Опять же таки, более подробно, как это все функционирует, что для этого нужно, сколько это все стоит, скажем чуть-чуть позже. И вот эта вся установка у нас работает вместе с вот такой штукой, которую вы, думаю, уже видели. И в любом случае у вас была возможность ее увидеть. Это система фильтрации обратного осмоса, и обычно она устанавливается вот в этой зоне под умывальничком. На соседнем стенде, в принципе, система тоже для частного, скажем так, сектора, а не для промышленного. Это система очистки чуть более габаритной, имеющая чуть более объемную пропускную способность, как вот написано, чисто вода в коттедже, то есть она ориентирована на большие квартиры, либо коттеджи, таунхаусы и что-то подобное. Здесь тоже стоит установочка, которая называется AquaPoint от EcoSoft. Это такая специализированная рама для навешивания и монтажа колб. Здесь в этом случае колбы ББ-20. И вот такой большой объемный контейнер, который является тоже кабинетом очистки воды. Ну и само собой, также в этой системе мы имеем
фильтр обратного осмоса. То есть все это работает, функционирует хорошо только в том случае, когда у нас есть все вот эти три элемента, к которым мы перейдем в одном из следующих видео. На этом стендике можно посмотреть на расходные материалы для всех этих фильтров. Фильтры для BB20, для BB10, для самопроводных фильтров. Выглядят они все приблизительно вот таким образом. Опять же таки, это все можно найти в других местах, но лучше обращаться непосредственно к самому производителю, то бишь к фирме EcoSoft. Ну а здесь дальше на стенде представлены сами системы фильтрации для обратного осмоса, стандарт, абсолют и EcoSoft Pure. Ну и само собой, что фильтры сменные этим всем системам. Выглядят они вот таким образом. Также у EcoSoft есть и фильтры кувшины. Все привыкли видеть фильтры кувшины от каких-то фирм типа Aquaphor, Barrier и так далее. Но есть вот такая замечательная украинская фирма EcoSoft, которая делает тоже классный и довольно-таки недорогой продукт. И, честно говоря, я как пользователь фирмы Barrier, думаю, буду переходить на EcoSoft, так как это наша своя украинская фирма, производство которое находится непосредственно здесь, в Киеве. И почему бы не пользоваться услугами тех производителей, которых мы любим, ценим и которым можем помочь в развитии, просто используя их продукцию, чего и вам рекомендую. Также, что немаловажно, приедя сюда непосредственно в главный офис на производство EcoSoft, вы можете взять забор водички у себя дома, привезти сюда и сделать вот такую вот штуку, бескоштовный анализ воды, для того, чтобы понять качество своей водички, для того, чтобы специалисты подобрали вам нужную систему фильтрации, подсказали, подобрали, рассчитали, просчитали, ну и в дальнейшем смонтировали. То есть все для вас, вам остается только набрать бутылочку воды и привезти сюда. Правда, бутылочку воды тоже нужно уметь набирать, нужно делать это правильно, поэтому лучше сначала позвонить, уточнить, как это все делать, при каких условиях сделать, привезти, получить консультацию и установить себе систему фильтрации. Вот эта большая страшная штука, которую вы можете наблюдать сейчас, тоже является системой обратного осмоса, но только для более габаритных масштабов. То есть это уже промышленная штука, которая используется в ситуациях, когда вам нужно делать очистку воды в очень-очень больших масштабах. Что это может быть? Ну, в принципе, из первого, что приходит на ум, это бассейны всевозможные. Это лаборатории, это большие рестораны, это какое-то производство, это автомойки и все, что можно, в принципе, причислить к этому списку. То есть, если вы хотите, чтобы у вас дольше служила техника, люди, которые приходят к вам за питанием, получали максимально чистый продукт, так как вода у нас используется везде и всегда, то рекомендую вам вот пользоваться вот такой вот штукенцией. Опять же таки, гораздо больше вы сможете получить, приедя в EcoSoft и получая консультацию непосредственно со специалистами. Я пока в двух словах просто могу поделиться своим мнением и наблюдением относительно того, что здесь увидел. И последняя прикольная штука, которую сегодня мы здесь увидели, на сегодня, это вот такие интересные фильтра. В принципе, если не присматриваться, то сбоку вот этот фильтр и этот больше похожи на какие-то кофемашины. В этом есть и таится небольшое объяснение их применения. Если соседняя установка, которую я вам показывал, предназначена для огромных промышленных масштабов, с большой пропускной способностью, там, от 6500 литров в день, то эти системы гораздо менее габаритные, но тоже очень функциональные и предназначены либо для очень комфортного домашнего использования, либо для небольших ресторанчиков, кофеен и так далее. И именно этим обусловлен их такой симпатичный, красивый вид. Можно присмотреться.
Ну, это все очень стильно, классно и интересно выглядит. Вот. И эти штуки можно спокойно не прячь, а ставить на видное место, внедрять в свою систему водоснабжения и, эксплуатируя данные системы фильтрации, наслаждаться не только качественной водой, которую вы получите в конечном итоге, но и их внешним видом. Ну, честно, удивлен, никогда не встречал таких конструкций систем фильтрации. Очень приятно, интересно, что такое вообще существует. Также, что немаловажно, обе эти системы, которые я вам только что показал, обладают, скажем так, поддержкой от фирмы EcoSoft, и вы можете онлайн проверять качество своей водички, снимая показатели с этих систем фильтрации. И если нужно обращаться к специалистам, они дадут вам какое-то заключение относительно того, что вам стоит делать в дальнейшем, как это все обслуживать и так далее. Как-то так, ну, в общем, круто, прикольно. Информации не так много, но я думаю, и это вам должно быть интересно. В следующем видео, опять же таки, если у вас появятся вопросы, вы их будете задавать. Если мы увидим в комментариях то, что вам интересна эта тема, сделаем гораздо более развернутый и профессиональный ролик на тему систем фильтрации. Что ж, комментарии, подписка, ставьте лайки, обязательно задавайте вопросы. С вами был Кевшин Александр, Good Idea, всем пока! Да, еще в подтверждение моих слов относительно вот таких систем фильтрации и того, что это очень классная штука для ваших кофеен и так далее. Вот кофейня, кофемашина, живой пример. Вот мы сидим в прекрасной, замечательной кофе с этой замечательной кофемашиной. А вот наглядный пример системы фильтрации, которую я вам рассказывал. Клево, клево, когда все можно показать прям вот не отходя от кассы. Ну и еще очень приятно, что у EcoSoft есть своя кофейня, в которой мы сейчас находимся. Да и вообще, честно говоря, я очень удивлен и поражен тому комфорту, который существует в данной организации. То есть они очень-очень-очень стараются ради комфорта своих сотрудников и своих гостей. Респект большой, огромнейший респект ребятам. Они на верном пути. Ну, так вот, красивенько. Красота!